На утро понедельника ситуация такова. Болеют коронавирусом 54 человека, трое находятся в больницах Екатеринбурга. 19 полевчан проходят лечение в инфекционном отделении ЦГБ. Амбулаторно, с соблюдением всех требований санитарно-эпидемиологического режима, лечатся 32 человека. За весь период пандемии было выписано 129 больных, всего заболевших на данный момент 184. Обследовано 3635 человек. Нам пришло письмо Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 9 июля 2020 года. Проведение обследования на COVID-19 работникам организации, имеющих риски инфицирования COVID-19 на рабочих местах, но не имеющих симптомов инфекционного заболевания, осуществляется за счет средств работодателя. Для того, чтобы обследовать сотрудников, работодателю необходимо заключить договор с любой организацией, которая проводит анализ на коронавирус. Что же касается образования, то на сегодняшний день в детских садах открыли еще две дежурные группы. Всего работают 98. 1159 детей посещают дошкольные учреждения. От родителей поступило еще 146 заявлений, которые находятся в работе. Исполняющий обязанности главы Полевского городского округа Андрей Федюнин также отметил, что 1 сентября дети пойдут в школу, удаленки не будет. Игорь Соколов, Алексей Карипанов, новости 11 канала.